Всем привет, меня зовут Марина, и в этом видео я вам хочу рассказать про моих новых куколок. Это микроверсия самой моей первой куклы, мальчика Оскара. Основной фишкой Оскара являются магнитные ушки. То есть самые первые это были магнитные ушки зайчика и магнитные ушки котика. И вот эти малютки – это его микроверсия. Куколка всего 5,5 сантиметра в высоту. У него шарнирная шея. Шарнир в виде магнита. Магнитные ушки, то есть которые могут сниматься. И очень-очень простая, упрощенная, прям до нельзя артикуляция в ножках и в ручках. Вот такая вот милота. Также у него вставные глазки. Вот эти глазки заказала покупательница. Для микробов я могу сделать глазки любого цвета, то есть того, который захочет новый владелец. Также каждый кукленыш идет с рандомным костюмчиком. То есть эти костюмчики выбрать нельзя, я выбираю их на свой вкус. И то же самое с мешочками. То есть это мешочки-переноски с моим логотипом. Они из хлопчатобумажной ткани и также являются рандомными. То есть я тоже сама подбираю их каждой куколке на свой вкус. Это второй малыш. Вот этот мальчик, скинтон у него называется латте, потому что я обожаю кофе, и мой самый любимый кофе – это латте. А вот этот малыш, он, его скинтон называется крем, то есть крем кремовый. Решила я попробовать с ними название скинтонов в тематике каких-то вкусностей. У этого мальчика костюмчик белочки или хомячка, или бобра, не знаю, в общем, какого-то такого зверька. Глазки у него еще пекутся, они еще не застыли, поэтому я их показать не могу. Помимо всего этого, вместе с куколкой идет пластилин, чтобы прилепить глазки, также стикеры. Я еще ничего не упаковала. Я хочу вам показать, как я буду упаковывать все это, потому что упаковочный дизайн – это одна из моих любимых частей изготовления куклы. Этикетку я сделала очень простую. И также сертификат. Его вы уже видели ранее.